Всем привет, ребята! И сегодня у нас внеочередное видео. В этом видео займемся подселением рабочих к маткам Месерструктор. И посмотрим, к чему все это у нас приведет. Поехали! А в начале выпуска напоминаю про наш конкурс ВК. Конкурс проводим совместно с компанией Дирака. Призы – наши формикарии и муравьи. Ссылка в описании. Итак, ребята, давайте начнем. Если вы помните, то я приобрел несколько десятков муравьев Месерструктор. Это были просто матки. В основном все было хорошо, все было прекрасно, но было две матки, у которых сразу не получилось воспроизвести муравьев. Это было связано, не знаю, с какими причинами, но одной матки я точно знаю. Посмотрите на нее, я назвал эту матку ветераном. У нее не было ноги, не было уса. И, в общем, выглядела она не очень бодро. Неудивительно, что у нее не получилось сразу вывести муравьев. У другой матки также по непонятным причинам яйца потемнели, и ей не удалось вывести муравьев, так сказать, с первой попытки. Я решил немножко помочь, но, как оказалось, эта помощь была не своевременна. Я немножко затянул, муравьи уже где-то 3 месяца были без еды. Ну, в общем, давайте посмотрим, что из этого получилось. На мой взгляд, самый гуманный способ подселения – это через заморозку, потому что топить муравьев, по крайней мере, у меня рука не поднимается. Может быть, просто на этом этапе, но давайте начнем с заморозки. В общем, я сначала попробовал подселить обычного рабочего к маткам. Я его не замораживал, я его попробовал подселить живого. Из этого абсолютно ничего не получилось. Матка сразу же одним мигом раскусила нашего рабочего напополам. И это подселение мне не удалось, поэтому я решил взять еще муравьев и попробовать их подселить через заморозку. Давайте попробуем подселить сначала к матке ветерану, и она достаточно хорошо приняла этого рабочего. В общем, без особых проблем этот рабочий подселился к матке. То же самое произошло и со второй маткой, которая выглядела нормально, но по непонятным причинам она не смогла вывести первых рабочих. Здесь тоже особых проблем не было, в принципе матка его приняла нормально, и я надеялся, что эти рабочие помогут маткам поднять первых ее собственных рабочих. Но как оказалось, ребята, как я думаю, что я затянул, и прошло уже больше 3 месяцев, матки находились без питания, без еды. И поэтому случилось то, что случилось. Матка-ветеран умерла через сутки. Ну, а вторая матка продержалась около 4 дней, но тоже по непонятным причинам она умерла. В принципе, я думаю, что все-таки я передержал. Надо было подсадить к ним рабочих еще раньше. И может даже не одного рабочего, а сразу около 5-6 рабочих подсадить. Они бы ее накормили, так сказать, обогрели. И все бы сложилось у этой семьи хорошо. Но, к сожалению, увы и ах, две матки у меня погибли. Это будет, я думаю, хорошим уроком как для меня, так и для тех, кто смотрит мой канал. Поэтому не ждите, пока матки там самостоятельно выносят муравьев, если у них это не получилось первый месяц, а подсадите к ним рабочих. Может быть, в этом положении матка сможет вырастить первых своих рабочих, и все у этих семей сложится хорошо. Спасибо, что посмотрели видео. Не забывайте подписаться на канал, не забывайте про конкурс ВКонтакте. Всем спасибо за просмотр и всем пока!